Алло. Алло, Михаил Михайлович. Да. Вас беспокоит Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне Владимир Михайлович Богданов дал ваш телефон. Важное дело, руководство наше в очередной раз потребовало рапорт относительно того, что у нас прошло не так в Томске. Частью 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. My name is Daniel Rohr. I'm the director of Navalny, which I was just informed won the Audience Choice Award for the entire Sundance Film Festival. Okay, so Alexei, I want to talk about something that we sort of touched on this morning. And you might hate this, but I really want you to think about it. If you are killed, if this does happen, what message do you leave behind to the Russian people? Ну, то есть я сейчас, это простая процедура. Я буду звонить сейчас Александрову, Макшакову, Таякину. Из каждого буду просить там на 2 абзаца объяснения, потому что мне нужно, почему у нас ничего не получилось, что нужно, почему было плохо, и что нужно сделать, чтобы хорошо. Ну, это вот я вопрос себе задавал уже не один раз, кстати. Где у него, в каком месте его тела могли быть следы, которые они обнаружили? Не исследовали тело, они там по крови, скорее всего, работают. Тело они замывали, мыли непосредственно еще у нас, в больнице наверняка. Все, договорились. Ну, добро. Угу. Удачи, пока. Now we got everything. Yes. How could you do this? Yes. Poor guy. Poor guy. They will kill him. They will kill him. Literally. I think you'll be president, seriously, after this. Navalny would be so thrilled if he knew he won the People's Choice Award, the Audience Award, and so that's why this honor resonates specifically. Maria, what do you have to say as we have this great honor? Well, this is all great news, and thank you very much for voting for this film, where you guys have done a huge job, and now we even have a bigger thing to do in front of us. We all together need to make sure that Alexei Navalny is freed from the prison as soon as possible.
Поэтому бездействовать не надо.